Всем привет, друзья! 4 апреля у нас сегодня, штат Мичиган. Смотрите, какая у нас красота. И что хочу показать. Иду открывать своих курочек. Вчера у нас было, ну, не было снега. Все были во дворе. Смотрите сейчас. Стоят, боятся. Ну, выходите! Ой, сколько вас там есть! Да все ж красивее. Одна красивее другой. Ну, принцессы мои. Да, молодец! Просто супер! Я сейчас другую насыплю тебе. Да, конечно! Какая же голодная она, посмотрите. Это у нас... Наседка следующая, которая, если посадишь в клетку, не сидит, а хочет сидеть вот там, где все куры несутся, и портить мне яйца на продажу. Так что мне цыплята пока еще не надо. Смотрите, какая погода. Пускай посидит здесь, в клетке, без яиц. Ну, еду даю, конечно. Но видите, как она ее кушает. Так что... Покормила всех, павлинчики мои красивые. Вот я им туда ставлю, так удобно. Они уже знают. И выходят на двор, во двор, друзья. Вчера у нас было так хмурненько, пасмурно, вернее. Но не было снега. А сегодня снег. То они вчера возле дома, возле террасы там у нас ходили. Где хотят, там и ходят. И что меня удивляет, на вечер они сами идут сюда, в сарай. Мои умнички красивые. Так, зарядку надо сделать. Да? Молодцы. Хвостик у него еще такой маленький. Ну ничего, отрастет, потому что они молоденькие у нас. Эти двери большие закрою, потому что холодно. Оставлю только маленькие дверцы. И все. Давайте, ну. Вот эти оставляю, чтобы если кто-то хочет куда-то там в магазин, на базар сходить, то вот, пожалуйста. Привет. Выходите, красотули. Приветик. Уже накушались, да? Ведерко подставлю, чтобы ветер не закрыл. И все. Вот две штучки только вышло. Не хотят. Их не обманешь. Снег. Но он очень такой мокрый. Можно даже сказать, снег и дождь. Да, вот такая у нас. Смотрите, это ж сколько она. Вот. Это совсем много. Вчера не было ничего. А сегодня вот такая у нас погодка красивая. Цветы в магазинах привозят вовсю, чтобы уже сажать. Но, как видите, погода не позволяет. Цыплята мои в доме, внутри. Потому что куда же их, холодина. Летом очень красивое у нас это дерево. Зеленое такое. Мы уже вынесли на террасу мебель. Думали, уже будет тепло. Но оказывается, еще очень рано. Ну, никто уже ее обратно заносить не будет. Уже что будет. Вот какой снежок. Такое чувство, как будто бы это только зима начинается. Рождество скоро будет. Но это 4 апреля. Всем спасибо, друзья, за просмотры. Всем пока-пока. И еще хочу сказать, снег идет, да? Но птички поют, как весной, бедненькие. Это же они могут замерзнуть.
те лапки какие там малюсенькие, где-то там в лесу. Летите ко мне в сарай, там дверка открыта, там места много, поместитесь. Всем пока-пока, друзья.